По информации оперативного штаба, по предупреждению завоза распространения новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 276 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано 12 792 случая. Число заболевших в Полевском – 118 человек. Всего отработано по спискам Роспотребнадзора 2990 человек. 2332 сняты с наблюдения. Под наблюдением остается 658 человек. Проведено 5165 исследований. Домой после обследования, лечения и полного выздоровления выписаны 95 человек. В инфекционном отделении Полевской ЦГБ проходят лечение 9 полевчан с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще 9 человек находятся на амбулаторном лечении. 5 человек проходят лечение в больницах Екатеринбурга. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.